В Алматы стартовал международный конкурс детского творчества «Босторгай». В этом году он проходит вот уже в 17-й раз. Из года в год здесь блистают яркие таланты. Наш корреспондент Айна Шундерс наблюдала за выступлением маленьких артистов. За кулисами участники конкурса готовятся к своим музыкальным номерам. Для многих из них это первый выход на большую сцену. Маленьким участникам все же удается справиться с волнением и... Одиннадцатилетний Диас Жорабек из Алматы в конкурсе «Босторгай» участвует впервые, хотя за плечами у него уже 3 гран-при международных песенных первенств. Мечтает стать великим музыкантом и певцом и очень любит песни Батырхана Шукенова. Аман келемес, асыл заман, саған сенемес. Мне очень нравится эта песня. Я готовил ее 2 месяца и хочу исполнить ее достойно. Конкурс «Босторгай» проходит уже в 17-й раз. В этом году в нем участвуют 700 детей из разных уголков Казахстана. Лауреатами «Босторгай» в разные годы становились Алишер Каримов, Жанар Дугалова и другие не менее известные звезды эстрады. Я с первого конкурса ни один конкурс в жюри не пропускал. Дети – это будущее нации. Нашей нации, нашего народа. Поэтому я думаю, сейчас дети очень счастливые, потому что такой конкурс существует. Есть возможность проявить себя в творчестве, может быть, даже найти дорогу для будущего. Международный конкурс детского творчества продлится еще 3 дня. По традиции он приурочен ко Дню защиты детей. Но основные празднования Дня защиты детей в Алматы состоятся 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха. Айна Шундерис, Алмаз Нурдос, 7 News, Алматы.